Пап. Что? Ты же говорил, что немцы нас отпустят. К мамке. В Кулики. So, wollen wir in Alost sehen? Ну что, тянем жребий? Doch, das wird gerecht sein. Это честно. Haben langes. Длинное. Meint ihr lang? У меня тоже длинное. Langes. Длинное. Scheiße. Вот дерьмо. Огонь! Фоя! Огонь! Вы закончили, Зайдлиц? Я. Да, господин штандартенфюрер. Товарищ полковник, капитан Кайсенов по вашему приказанию прибыл. Когда вернулись? Это майор 4-го управления НКВД Лобанов. Он в курсе. Сегодня ночью. Потери? Потери есть. Сколько осталось? 8. 8 человек от разведроты. Это надо умудриться, капитан. Вот что, Касым, подойди сюда. Вот это 3-я, 4-я немецкие танковые армии. Вот здесь они соорудили транспортный узел. Под это зачистили весь район. Ни одного партизана не осталось. А вот здесь, в порту, немцы построили топливный склад. И когда он заработает, все это двинется на Волгу. Приехали инспектировать меня, господин генерал. Не только вас. Вы же знаете мое правило. Контроль. 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 И еще раз контроль. Рад вас видеть, господин генерал. Бомбить надо. Пробовали, пробовали. У них здесь 2 аэродрома. На каждом по 50 мессеров. Да еще зениток понатыкали. Мы в этих налетах 6 самолетов потеряли. Там у нас склад продовольствия, господин генерал. А здесь хранилище горючего. Это стратегически важный объект. Ваша задача — обеспечить его безопасность. Вокруг полно партизан. Слава богу, у нас все тихо, господин генерал. Все партизаны уничтожены благодаря господину штандартенфюреру Хауку. К сожалению, с комарами здесь сложнее справиться, чем с партизанами. За этот район отвечает штандартенфюрер Хаук. Отличный контрразведчик. А этот склад как заноза у нас в заднице. Его надо взорвать. Любой ценой. Здесь явка и пароль. Ну и координаты тайника со взрывчаткой. В 41-м наши оставили, когда отступали. Ну, это наша контора, капитан. Это выход на нашего радиста. Но это на самый крайний случай. Надеюсь, ваш связной не подведет. Признаюсь честно, даю скрипя зубами. Не дай бог провалите моего радиста. Не завидую ни себе, ни вам.
Касым! Касым! Беги сюда! На, держи. Дедушка, теперь я настоящий воин? Тогда повтори, каким должен быть настоящий воин? Воин не знает страха. Он разит, как молния. Он сметает, как ураган. Он хитер, как лиса. Он храбр, как снежный барс. И не знает пощады к врагу. Дедушка, а можно я собью солнце? Попробуй. Пожар! Что там? Богиня за окраиной! Звони в Ринду, швидко! Слышь, полудурок, староста где? Родитель твой спрашиваю, где? Че ты разорался? А тут я, тут! Самолет, видать, сбили. Да мать его, этот самолет! Там авени, мужики, плотники, мы их со всех сел собирали, чтоб прицел этот чертов строить. Да мне немцы за это бошку оторвут. Слышь, ты, староста, говори, что делать-то? А то ты не знаешь, что при пожаре делаю. Тушат! Давай туда, я сейчас. Давай. Даю. Леха, чтоб я тебя там не видел, пойди к церкви травы накоси буренки. Давай быстрее, мужики! Инга расстроилась, что вчера вы не заглянули к нам после инспекции. Может быть, сегодня? Спасибо. Я бы с удовольствием. Но у меня еще два объекта сегодня. Очень жаль. Да, мне тоже. Хорошо. Кстати, об Инге. Вы, наверное, уже мыслями в Берлине, в имперском управлении? Да, а что? У вас будут сложности. Я вас не понимаю, господин генерал. Ваша Инга? Volksdeutsch, Фридрих. Не арийка. Вы же знаете, как наш фюрер относится к этому. Рейху так важно, с кем я сплю? Нет, нет. Но у государства тоже могут быть маленькие слабости, Фридрих. Эй! Парень! Эй! У тебя веревка есть? Дурачок, что ли? Веревка. Понимаешь? Дома веревка есть? Принеси. Только никому не говори. Хорошо? А я тебе нож подарю. Настоящий. Военный. Айль Хитлер. Айль Хитлер.
Господин генерал, позвольте представить, мой заместитель оберштурмбанфюрер Зайдлиц. Прекрасный контрразведчик. Работал в Харьковском консульстве. Говорит по-русски. Лучшая кандидатура на мое место. Вы нас покидаете. В свое время вы все узнаете, оберштурмбанфюрер. Прошу прощения. Русский десант в районе села Кулики. Мне придется вас покинуть. Что-то случилось? Это война. Здесь всегда что-то случается. Разумеется. Зерно выноси! Выноси зерно! Тихо! Тихо, товарищ! Как стянули! Не только пилу материалы перекинется, шевелись! Ой, сыночек! Сынок! Ой, маменька! Это транспортник. Похоже, русские сбросили десант. А сбили его вот здесь, возле села Кулики. Слышь, я Леху послал к церкви траву покосить. Иди скажи, чтоб сюда носа не совал. Немцы в село понаехали. Иди, иди. Дай сюда. Это что, немцы в селе? А, Батыр, оказывается, ты не совсем дурачок. Слушай, парашют надо куда-то упрятать. Собираемся, собираемся, давайте, давайте, давайте! Не меджуйтесь, не меджуйтесь! Сарай сам загорелся. Самолет на него упал. Стекольница. Он говорит, что они невиновны. На их село упал самолет. Как ваше село называется? Кулики. Кулики. Как тебя зовут? Леха. Немцы найдут, расстреляют. Нас еще найти надо, Батыр. Держи обещанный подарок. Ух ты! Лёха! Бесов сына, косу зачем ты бросил? Ну. Лёха! Лёха! Это мамка моя, мама. Ни слова обо мне. Мама! Лёха! Лёха! Ма, я здесь. Ой, холера. Я же обыскалась-то тебя, Леха. Где же да меня ну, перестань, часть носит? Куда я делаю? Это я так, в подвал загляну. Аксинья! О, господи, боже мой. Stehen bleiben. Вы кто? Так, так это ж моя женка, Аксинья. А это мой сын, Леха. Он маленько не в себе, господин офицер, пришибленный. Что вы здесь делаете? А тут трава возле церкви хорошая. Накосить пришли. Ага. Я их сам привел, господин офицер. Век. Ага. Так, до хаты пошли. Домой, домой. Пошли, сынок. Что за травма такой? Девушка. Ну чего смотришь? Иди, иди. Давай. Жителям следует докладывать обо всех незнакомых людях в вашем селе. Это приказ немецкого командования. За украденство и недонесение ваш счет смертная казнь. Herr Standartenführer. Господин Штандартенфюрер. Bitte. Прошу.
Ну что, мазурики, до всех доперло, что сказал гер-офицер? Или кому подробно растолковать? А то я могу, Катюха. Это я, Леха. Ты один? Один. Я это... хлеб принес. Выведу тебя в лес. И переодеться тебе надо. А ты отряд будешь собирать? Или как? Посмотрим. А что смотреть-то? У нас по селам вон много мужиков хранится. Даже красноармейцы бывшие есть. Кто из плена, кто как. Откуда ты знаешь? Так у меня батя старост. Он все знает. Понятно. Что тебе понятно? Батя у меня нормальный мужик. Просто он советскую власть не любит. Да и немцев он тоже не любит. Дальше я один. Не доверяешь? Я тебя найду, если понадобишься. Держи. Не зажилил. Спасибо. Ты там это, партизанам скажи, что я с вами. С ними, если что. Скажу. Иди. А Болтус наш дома? Так нету. Где его черти носят? Втихаря краюху хлеба отрезал и вон посвистал куда-то. С кем он там был? Я и не углядела. Где? В подвале, в церкви. Где же еще? Ну, я почем знаю? Ну, смотри, Аксинья. Немцы придут, нянчиться не будут. Поставят к стенке всех нас. И меня, и тебя, и Болтуса нашего. Разбираться не станут. Леха, ты, а что ж туда хаты не идешь-то? Не спится, Лехи. Тебя мама там ждет. Я тебя провожу. Проводи. Мама моя совсем плохо. Говорит, скоро помрет. Выходи, говорит, замуж. На внуков посмотреть хочу. А за кого выходить-то? Нема за кого. То ты оно, Леш. Сватается ко мне Иван, полицей наш. Ой, Леха, видно, пропала я. Не пропала, Катерина. И никогда ты не будешь его женой. Леха, ты... ты же... я ничего не понимаю. Только ты не говори никому. А почему ты притворяешься? А чего мне делать? Не в полицай же идти. Я когда из техникума возвращался, наш поезд под бомбежку попал. Контузило меня. Заикаться сильно стал. А когда оклемался, родитель все это и выдумал. С дурачка, говорит, какой спрос? А про Ивана и думать забудь. Да я и не думаю о нем. Моя-то, Катерина. И никому тебя не отдам. Вы до сих пор так ничего и не выяснили, Зайдец? Не перебивайте меня. Извольте выслушать. Мы должны найти этих русских в кратчайшие сроки и уничтожить. И не говорите чепухи, действуйте. У тебя неприятности, дорогой?
Мои неприятности начались с того дня, когда меня послали в эту варварскую страну. Здесь красивые рассветы. Да, рассветы красивые. А все остальное дерьмо. Одного не хватает. Миша, радист, погиб при высадке. Рация с ним. Плохо. Без рации нам никак. Ну ладно, чего-нибудь придумаем. Так. Мы должны выйти в этот квадрат. Здесь у немцев склад горючего. Охрана серьезная. Надо разведать подходы и определить места для прорыва. Как подготовимся? Вот здесь возьмем взрывчатку. На все у нас неделя. Максимум 10 дней. Теперь с тобой, Гера. Слушаю, командир. Пойдешь в Щучин. Там с 11 до 12 пивной должен ждать человек. Перед ним будет лежать пакет. В газету завернутый и обмотанный бечевкой. Это наш связной. Господи, господи, боже мой. Ты что, скотёныш, делаешь? За что? Тарас! Ты что спрашиваешь? А кто у тебя сегодня в церковном подвале прятался? Диверсант? Отвечай, паскудник! Никого не было. Никого? А хлеб ты кому носил, а? Не ври, не ври отцу! Сынок! Не подходи. Надоело мне быть придурком. Не могу я больше терпеть издевательства от этого хулыя немецкого Ивана. Не хочу, не буду. Будешь? Не буду, совесть батя не дает. Совесть? Ты думаешь, у меня совести нет? Вы моя совесть. Я и служу. Здесь свободно. Свободно. Не спеши. В чем дело? Честный человек за честную работу получает честные деньги. Объявили, значит. Вот, примерно в этой зоне был сброшен русский десант. По имеющимся у нас данным, до 10 человек. Что им здесь нужно? Какова их цель? Мост, железная дорога? Скорее, аэродром или склад горючего. Ну что ж, это логично. Русские, насколько мне известно, уже пытались бомбить этот склад. Да, но наши ПВО и истребители успешно отразили эти атаки. Какие предприняты действия для уничтожения русских диверсантов? Мы уже отправили полицаев прочесать лес. Они хорошо знают эту местность. Если они что-то обнаружат, мы тут же пошлем отряд СС. Хорошо. Повязочку снимаем. Не доверяйте. Так положено. Гера, иди погуляй. Ну, как дошли? Нормально? Нормально, без приключений. Что с подпольем? Почти все уничтожены. Осенью назначили нового начальника контрразведки, штандартенфюрера Хаука. Как танком прошелся. А как тебе удалось уцелеть? А кто обо мне знает? Оставили в Щучине как запасной канал. Ну, а я, как это улеглось, устроился в комендатуру на хлебозаготовки. Опять же, кое-какая информация перепадает. Ты болото хорошо знаешь? В принципе, да. Иди сюда. Проведешь нас? Вот. Вот в этот квадрат. Зачем там одни леса? Там никаких объектов нет.
Здорово, тетка Зоя. Иван, что-то случилось? Лежи, лежи, тетка Зоя. Я же не по службе, а так. А Катерина твоя дома? Катерина? Ага. Зачем она тебе? Да вот, пришел твоей Катерине предложение делать. Катерина, доча. Что, мам? А тебе чего тут надо? Ну-ну-ну-ну-ну. Так дорогих гостей не встречают. Нет-нет-нет. Катерина. Это ты, что ли, дорогой гость? Ну, я. А что? Ты чего звала, мам? Да вот, Катерина. Иван пришел тебя в жены просить. А меня-то спросить не забыл? Так я вот за этим пришел. А чего хорохориться? Тут же, кроме меня, мужиков-то шаром покати. Спасибо за заботу, Вань. Но я уж как-нибудь сама с женихами разберусь. Брезгуешь, значит. Ну, ладно. Ладно. Воля твоя. Черт, полицай. Беги к отцу, скажи. А? Слышь, Лука, а? Что-то дымом потянуло. Вроде оттуда. Ага. Куда ж ты собрался, сынок? Пойду я. Пропадешь ведь. Не ходи. Я не пропаду, мам. Ты береги себя. Собрался. Куда надо? Лес? К этим? Не твое дело. А ну домой вертайся. Уйди с дороги, батя. Не доводи до греха. Не пущу. Ах ты, мать вашу. Ничего, ничего. Попляшьте у меня. Минут через пять они будут здесь. Так. Косым. Полицаи все из местных. Перебьете их, носа в село не суньте. Я тебя услышал. Всем занять позиции. Рассредоточиться. Слушай, Касым, а может, можно с ними как-то по-другому? По-другому не получится. Костерок еще дымится. Далеко уйти не могли. Как сквозь землю провалились. Oh!
Сейчас где он? Я б тебе сказал, где. Да уши твои поберегу. Один парашют и остался. Хорошо бы знать, какая сука ему помогла. Хорошо бы. Ну да. Ну ничего, ничего. Узнаем. Узнаем и доложим, да? Вчера Зайдель спасла наших хлопцев в лес на разведку. Не вернулись еще. А после них, завтра по утрянке, немцы пойдут. Зачистку будут делать. Так что ни одна сволочь москальская не уйдет. Да! Алёх твой где? У тебя на бороде. Хайль! Слышь, мать! Чего? Облава в лесу будет. Дурака нашего спасать надо. Так где ж ты его там в лесу найдешь? Да тут, кроме болота, схорониться негде. Если не дураки, то у черной гати лагерем и встали. Завтра утром пойду искать его. Отпусти его, Гриша. Не знаю, пацан. Ты зачем здесь? Так я это, вон, в отряд к вам всю ночь шел. Как ты нас нашел? Я же карту твою видел, а на ней точка была. И ты запомнил? Я топограф. 2 года в техникуме отучился. Косым! Вдруг он немцев навел. Ты ничего не навел. Один я пришел, косым. Как пришел, так и уйдешь. Иди. Иди, иди. Не оглядывайся. Да и пошли вы! Без вас обойдусь. Yeah!
бізде мақалы бар. У нас Касым. Айтқан сөз. Есть поговорка. Атылған оқ. Выпущенная стрела. Солай дейді. Назад не возвращается. Көз қорқақ. Всегда. Ал қол батыр. Доводи начатое дело. Бастағанысты. До конца. Бітірмей. Помни об этом. Не хватает двоих. Азиаты, командиры диверсантов и проводника из местных. Откуда у вас такая информация? Я все-таки начальник контрразведки и должен знать чуть больше, чем мои подчиненные. Даже если эти двое живы, они обречены. У них нет связи. Они либо подохнут с голоду, либо их пристрелят первый же патруль при попытке выйти из лесу. О, пошла! О! Бабы, убийц, наших героев немцы замочили. Всех покрошили в капусту. Всех до единого. А где ты был, Иван, когда этих героев крошили? По девкам в деревне шастал? Вот я тебе не отчитался. Не отчитался. И все. Мария, видишь, Лука наш совсем плохой. Голосу лишился. Поможешь ему? Я не бог. Что смогу, то сделаю. Везите его в хату. Кто пошла? Я спрашиваю, какие будут предложения? Попрошу всех подождать в коридоре. Есть. Есть. Мы только что получили донесение от нашего радиста из Щучина. Практически весь десант уничтожен. Практически? Это как? Практически, значит, практически. Тела Касыма и проводника не найдены, но и живыми их никто не видел. В общем, пока таким макаром. Пить. Пить. Давай попей. Пить. Мария. Чего тебе? Слышишь? Прости. Христом Богом прошу. Чего это ты вдруг? Помру, видно я. Выживешь. И черт тебя не возьмет. Виноват я перед тобой. Вот как на духу. Я ж когда... забирал твоего мужа и мальца Ваську. Не думал, что немцы их. Я ж не по злобе, Мария. Прости меня. Христом Богом прошу. Прости. Ты зачем здесь, Касым? Тебя же поймать могут. Но если ты не сдашь, не поймают. Да ты чего такое говоришь-то? А? Ты вроде хотел помочь. Хотел. Ну вот, я за этим и пришел.
Мне в город нужно, Леха. Лицо у тебя не местное. Засекут сразу. Соображаешь. Знаешь, есть одна идея. Дорогая, ты слишком много пьешь. А что мне остается? Здесь такая тоска. Стреляют, убивают. А мне хочется праздника. Понимаешь? Хочется ходить в гости. Красиво одеваться. Господи, когда все это кончится? Потерпи, дорогая, мы скоро уедем в Берлин. Знаешь, иногда мне кажется, что я не выдержу всего этого. И пущу себе пулю в лоб. Или тебе. Я уже жалею, что подарил тебе браунинг. Может, тебе родить ребенка? Это избавит тебя от глупых мыслей. Ненавижу детей. Так, ну-ка. А теперь укладываем героя. Катюха? Вы там осторожно везите. Болит ему. Спокуха, баба. Понятно, что не дрова везем. Ты там, давай шевелись. Лыбится он. Лешенька, поаккуратнее с ним. Слышь, полудурок, держись меня, не отставай. Полисай, полисай. Осторожно. Ну все, Петро, выздоравливай. Но! Эх, не был бы ты сыном старосты, я б тебя грохнул. Ей-богу, грохнул, как пить дать. Но, волчье мясо! Ну что, уфимцев, сиди, сиди. Есть новости? Нет, товарищ полковник, тишина. Когда выход на связь? По инструкции через неделю, если никаких ЧП. Черт бы побрал ваши инструкции! Вы мне тут поаккуратнее, поаккуратнее! Лука, давай выздоравливай. Медицина у немцев что надо. Умереть не дадут! Леха, я в комендатуру, а ты тут по команде пока. И жди. Поедем часов в 7, 8. Короче, жди. А этого не к вам. Сказали на тенистую к фельдшеру везти. А, ну так, че стоишь? Вези. А под воду одну можно у вас оставить? Оставь. А, спасибо. Следующий. Ну-с, юноша. А... Что с ним? А... Я на самолет упал. Mm-hmm. Обгорел совсем. Дверь. Самолет. Слыхал, слыхал. В городе только об этом и говорят. Что это значит? Это значит, что в городе в этом году, в сентябре, обещали дожди и град. Ну, предположим. Ответ неверный. Это лучше, чем засуха.
в июне 24 года. Мне нужна связь с центром. Связь с центром была вчера. Теперь только через неделю. Так что, увы. Вашу явку мне дал майор Лобанов из 4-го управления НКВД. Угу. На случай, если случится что-то экстренное. Поэтому я здесь. Мне запрещено выходить в эфир в неурочное время. Делать будем? Пока не знаю. Думать. Думать. Бою! Стой, Леха. Что такое? Помнишь, в лесу? Ты пришел в отряд. Там с нами был человек. В белом плаще. А, помню. Это лысоватый такой, да? Я что-то подумал, какая-то неподходящая у него одежка для партизан. Неподходящая, верно заметил. Это был наш проводник. Так вот, его могли схватить, но он мог и уйти. И что? Так вот. Пойдешь к комендатуре и будешь ждать там. Он там работает. Ага. Время у нас до 8. Может, повезет. Пароль – честный человек. За честную работу получает честные деньги. Запомнил? Ну, я же не дебил. Смотри, не напутай. А то он тебе башку свернет, если ошибешься. Найдете меня здесь. Кто подослал? Сопляк! А? Партизанов играешь? Я тебя похороню сейчас здесь. Честный человек за честную работу получает честные деньги. Чего надо? Хорошо. Через сутки в лесу будут люди. Надежные. Кое-кто уцелел из подполья. Ну, я поговорю кое с кем из села. Хорошо. Только действуйте осторожно. Азиат собрал небольшой отряд из местных жителей. Он вышел на уцелевшего проводника и встречался с русским радистом. Радисты и проводника арестовали? Нет, любой арест только вспугнет азиата.
Нам нужно узнать цель высадки диверсантов. К сожалению, в лесу нам не удалось никого взять живым. Мой человек попытается выяснить, зачем азиат остался здесь. Как только узнает, мы накроем их. А если он опять ускользнет? Нет, дорогой Зайд, на этот раз не ускользнет. Разойдись. Это все. Маловато. Других нет. Привет, Катюш. Давно не виделись. Не соскучилась. Иди, куда шел. А я так очень. Душа, по тебе истосковался. Каждую ночь не сплю, о тебе думаю. Кать. Уходи по-добру, Иван. Ну что ты? Холодное оружие на полицейского. Нехорошо. Не ори! Не ори! Помогите кто-нибудь! Пожалуйста! Тише, тебя никто не услышит! Да. Мост взорвать или какого-нибудь генерала шлепнуть. Такое от возмездия еще куда ни шло. А вот для порта или аэродрома тут нужны бойцы поопытнее. А ты неплохо осведомлен о наших целях. А я что, по-твоему, здесь целый год дурака валял? Кто-то должен собирать информацию для большой земли. Касым, а может, ты вправду поручить нам какой-нибудь акт возмездия? Кишка у вас тонка для такого акта. Вон у Касыма какие ребята были. А немцы положили их за 5 минут. Видел? Видел, и что? А как ты мог это видеть? Откуда? От верблюда. Нет, нет, погоди, погоди, погоди. Как ты мог видеть гибель отряда? Ты же ушел. Я... Ну ты че мямлишь? Я за пригорком был, с батей. С кем? С батей. Он же староста. Немцам служит. Почему не сказал нам, что твой отец был в лесу? Я не знал. Теперь ясно, кто сдал отряд. Касым, это не батя. Он потом пришел, это не он. Ну а как же? Конечно. Ему же надо было наводку фрицам дать. Он-то эти места хорошо знает. Связать. Не надо! Да Касым! Ты не надо напустить его руки! Не Касым, рыпайся. Не надо! А я, дурак, голову ломаю. Кто сдал, кто сдал. Вот оно все и выяснилось. Отпусти, я сказал! Слышал я, тут кто-то про акт возмездия. Посиди. Самое время совершить марш-бросок. Старосту казним. Заодно всех в деле проверим. Ефим. Шо? А может, мы его в хате окончать? Да не, шума будет. Там же ж баба его. Лучше на старой мельнице. Ой, ну да. А ты когда-нибудь убивал? Я-то... Всяко было. Вот. И травку тебе. Попей чайку, Касым. Хороший чаек. Травку сам собирал. Только смотри, не обожгись. Ну как? Хороший. Ну и пей на здоровье. Слушай, Касым, а может, шлепнем этого? Да и всех делов-то. Подождем ребят. А чего ждать-то? Иуда, но есть Иуда. Ну как чаек? Ничего? Ты пей.
Чего? А где ты был в момент атаки немцев? Я-то? А хрен его знает. Там такая пальба была. А что, есть вопросы? Не было тебя на поляне, Коля. Как это не было? А вот так. Ушел ты, Коля. В последний момент ушел. Догадался, азиат чертов. Хотел на Леху все свалить. Шакал. Пистолетик-то отдай. А? Все равно не попадешь. День добрый. Здравствуйте, господин Забаров. Госпожа Круминш. Ай-яй-яй-яй-яй. Совсем тебе нехорошо от моего чайку, а, косынка? А вот я сейчас тебя на лошадь и к штандартенфюреру Хауку. А можно по-другому. Ты только захоти. Это... как? А по-людски? Ты мне говоришь, с каким заданием вас сюда сбросили, а я тебя отпускаю. Ты возвращаешься к своим, а я к своим. Надо доложиться Хауку. А чтоб тебе совсем спокойно было, мы сейчас с тобой этого гаденыша тут и казним. И все же это крыто. Умно. Ты думай, думай, косынка. Сам посуди. Зачем тебе это надо? Ты азиат. Твоя родина где? Зачем ты сюда пришел? Ефим, ты ж моему сыну крестным приходишься. Что ж ты делаешь, паскуда? А шо ж ты, Тарас, когда фрицы мою дочку в Германию гнали, про это не вспомнил, а? А что я мог сделать? А я что могу? Это ж приговор, Тарас. А я обязан по закону военного времени привести его в исполнение. Так что не обижайся. Будем тебя вешать. Зиат вышел на связь и готов продолжать операцию. Доктор. Ха, жив! Жив, сукин кот! Вот! Жив-то он жив, но ты же не маленький, должен понимать. Без людей твоему казаху грош цена. Матвей!
Мой казах десятерых стоит, поверь мне. Он был лучшим в школе военной разведки. Ему бы информацию подкинуть, подмагнуть чуток. Он сработает по высшему классу. Ну, а этот при чем? Ну, у вас же там своя резидентура. Ты вроде говорил, что у вас там свой человек в окружении штандартенфюрера Хаука. И думать забудь. Ты знаешь, чего нам стоило внедрить его туда? Мне голову оторвут в случае провала. Свои же. Стойте! Стойте! Отставить! Отставить! Снимай его, быстрей! Режь веревку! Кайсенов. Соедините меня с полковником Власенко. Лобанов говорит. Слушай, Гриша, я тут личное дело твоего Кайсенова изучаю. Безукоризненный послужной список. Похоже, просмотрели мы твоего казаха. Нам бы в НКВД его. Да у вас там и без Кайсенова хватает. Слушай, ты чё звонишь-то? Инструкцию не решил прочитать. Так я и без твоих инструкций грамотный. Ох и характер у тебя, Гриша. Как ты с таким характером с бабами ладишь? Молча. Ладно, проехали. Я по делу. Поможем мы твоему Кайсенову. Много обещать не могу, но если что, подключим нашего агента. Стоять! Стоять, волчемёса! Куда в такую рань намылился? Сено везу. Сено? Да, вижу, что не гурки. А кому везешь? К знахарке. Мари. Ага. А чего это вы все такие вдруг добренькие стали, а? Так батя сказал, отвезти ей. Так. Хорошая сена, не пересушенная. А ты вчера вечером в лесу выстрелов не слышал? Не. Не. Так ты и глухой еще. А в деревне чужаков не видел? Не. Смотри, если сбрехал, на первом суку повешу, понял? Леха, подойди сюда. Вот порт. Вот здесь у немцев склад горючего. Надо подобраться туда и произвести разведку. Охрана. Где? Сколько? Вооружение. В общем, все, что видишь, нанесешь на карту. Возьми с собой еще человека 3-4. Будешь со старшего. Я? Может, лучше Бондаренко? Он воевал все-таки. Я сам знаю, кто лучше. Это приказ. Приказы не обсуждаются. Они меня слушать не будут. Как поставишь себя, так и будет. Уходить вам надо. В лес. Вдруг кто заглянет. Куда я его? Да помрет он в лесу. Ну, коли не боитесь, что найдут его здесь, оставляйте. Но без доктора он и тут помрет.
От пули я лечить не умею. Касым, ты потерпи. Я в город к фельдшеру слетаю. Я быстро. Здорово, Мария. И ты не хворай. А че ты так неприветливо? А всем не наприветкаешься. А я не все. Я власть. А с властью дружить надо. А что это у тебя за пастерушки-то? Не как белье. И кровь. Откуда кровь, а? А-то ты и не помнишь. Беспамятные забылся. Твоих полицаев обстирываю. Сам же мне их и привозил. Слушай, Мария, а зачем тебе сено-то понадобилось? Какое сено? Чего ты блетешь? Не, ну как же, утром, полудурок, Леха-то наш. Сено тебе привез. А зачем мне сено? Вот я думаю, зачем оно тебе? А ты? Дома-то одна? А я теперь все время одна. С того самого часа, как вы убили мужа моего и сынку Ваську. Ага, поговори. Ну я же его убил-то. А потом нехрен по лесам шастать. Сидел бы вон дома, а то пошли. Партизаны! Вот отходились. Доктор, к вам можно? Лёсенька? Да? Попросите, пожалуйста, больных подождать одну минуту. Угу. Стой. Азиат ранен. Разрешите подключиться к операции, доктор. Вот что у финцев. Передайте доктору. Ввиду важности операции приказываю подключить агента Викинг. Выполняйте, капитан. Есть. Соедините меня с полковником Власенко. Герхаук. Господин Хаук, я. Где азиат? Я не знаю. Я ранил его в лесу. Скорее всего, он подох или в селе прячется. Ему помог сын старосты из села Кулики. Он вроде как дурачок, а на самом деле прикидывается. Мне нужен диверсант, а сборище недобитых красноармейцев меня не интересует.
Возле КПП два автоматчика. Морозюк подходит. Герр солдатен, гутен так. Стой. Я на работу. Ich will, ich habe das работа. Плотник я. Джук-джук. Я? Geh weg, ab. Убирайся отсюда. Так что, герр солдатен, нихт работы. Арбаты нихт. Keine Arbeit heute. Работы нет. Нет работы. Все. Уходи. Нихт так давай, нихт. Давай. Как говорится, на нихт и сюда нихт. Немедленно отправьте в это село карательный отряд. Стреляйте, вешайте, что хотите делайте, но азиат должен быть здесь. За два часа серьезную операцию не подготовите. Сделайте одолжение, Зайдец. Избавьте меня от вашей болтовни. Если вы не можете подготовить операцию, пуститесь за пулю в лоб. Выполняйте. Слушаюсь. Инга, ты не вовремя. Я ждала тебя целый час, дорогой. Прости, но мне сейчас не до этого. Мы начинаем серьезную операцию. Это же великолепно. Дорогой. Я хочу посмотреть, как это происходит. Инга, ты иногда бываешь несносной. Хозяюшка, добрый день. Добрый. Я доктор из города. Значит, до войны вы работали в райкоме ВКПП? Да, работал. И сотрудничал с органами НКВД. То есть, писали доносы? А у меня выбора не было. Или доносы писать, или... На Колыму, в лагеря. Будьте любезны, скальпель. Ножичек, пожалуйста. Да-да. Благодарю вас. Молодой человек, потерпите немного. Пинцет? Прикажите обыскать дом старосты. Там же его сын. Он наверняка знает, где прячется азиат. Виба? Вебер? Да, господин оберштурмбанфюрер. Возьмите 5 человек и обыщите дом старосты. Почему ты сердишься? Неужели непонятно? Извини, милый. Но ты с этими диверсантами совершенно меня забросил. Если ты не хочешь проводить время со мной в спальне, значит, я буду проводить его с тобой на твоей работе. Боже,
Какой ты нервный сегодня. Я слышала, в Баварии есть курорты, где лечат. Ни слова больше, Инга. Ну, хорошо. Только не забудь, дорогой, мне нужна сметана. Вдруг я обгорю на солнце. И потом сметана омолаживает кожу. Внимание! Граждане колхознички! Всем собраться на площади! Порезвей! Порезвей! Шевелись! 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 Внимание! Повторяю! Всем на площадь! Не задерживайся! Не задерживайся! Да, Инга, оставайся в машине. Как только все закончится, тебе принесут эту чертову сметану. А как же казнь? Я хочу... Инга, черт побери, ты будешь сидеть в машине. А если тебя что-то не устраивает, поезжай домой. Селяне! Катюха! Селяне! Сохраняйте спокойствие! Немецкие солдаты пришли нас освободить! Добро! Добро пожаловать, господин Зайтлиц. Что ж вы так со мной? Где ваш сын, господин староста? А, его дома нет. Он в лесу где-то заблукал. Он у меня больной. С головой у него плохо. Ну, Иван, ну, ты же знаешь, скажи ему. Ты чего меришь, а? Из чего думал? Больной. Это кто же у тебя больной, а? Тихо. Леха больной. Ну, господин Зайдлиц, Леха точно больной. Да ну. Юж, вся деревня за полудурка держит. Точно. Он партизан. Нет. Он помогает опасному преступнику, русскому диверсанту. Гергаук, простите, можно я с ним поговорю? Ну что ж ты, сука. Ты чего удумал-то? Где прячется? Твой щенок! Говори, сука, подонок! Куда пошел твой щенок? Подонок! Подонок! Господин Зайлец, все врет, скотина. Приведите сюда его жену. Господин Зайлец, привели? Где твой сын? Я же вам говорил, господин Зайлец. А, сволочи! Идиоты, куда вы смотрели? Он выпустил целую обойму. Тупица. Слушайте меня. Тот, кто скажет, где находится сын старости или русский диверсант, получит от немецкого командования награду. Господин офицер, я знаю, где искать диверсанта. На. У знахарки нашей. Как я сразу не додумал, точно! Давай подложу. Вот. Спасибо, мать.
Поторопитесь, пожалуйста. Живи здоровый. Ну, с Богом, Касым. Всего доброго. Ой, доктор, вы же свой чемоданчик забыли. Зараз принесу. Зараз. Спрятать его в машине Хаука. Вы просто сошли с ума. Центр приказал помочь ему любой ценой. Но не ценой вашей жизни. У меня есть право на выбор. Доктор. Вот, доктор. Возьмите. Благодарю вас. Ага. Мария, у вас в хате на полу, да, остались следы крови. Сюда, господин Зайцев. Ага. Осторожно, веточка. Вот ее, хата. Задержите их, доктор. Спрашивать, если будут. Скажите, за мясом приехали. Guten Tag. Здравствуйте. Hallo, Jungs. Привет, мальчики. Мое присутствие мешает господину Хауку выполнять свой долг перед Рейхом. Я надеюсь, вы меня пропустите. Конечно, Фройлин. Проезжайте. Danke, Jungs. Минутку, Фройлин. Вы не можете дальше ехать. Вы шутите, ефрейтор? У вас колесо немного спущено. Это опасно. Мы вам поменяем его. Спасибо. Но до города недалеко. Это займет немного времени. Можете из машины не выходить. Я сам достану домкрат из багажника. Мне это совсем не трудно, Фройлин. Господин Фельдшер, какого черта вы здесь делаете? Я покупаю здесь мясо. Да. А что в городе? Его нельзя купить. Ах ты, мать моя родная! Че ж ты думал, да? Зачем столько кур режешь? Пропадет ведь мясо? Лучше уж пущай пропадет, чем этим. Видите ли, господин Зайдлиц, кроме мяса я у этой женщины покупаю еще и травы. Да, Мария потомственная знахарка. Кстати, как ваш радикулит? Не беспокоит? Нет, если что, у меня есть отличная настойка. Солдатен! Солдатен! Komm zu mir, schneller. А вы сейчас в город? Да-да, совершенно верно. Хорошо, я вас повезу. Заодно и настойку у вас возьму. Я благодарю вас. Ошибочка вышла, Гера Зайдлиц. Нет этой бабы диверсанта. Так что уж, извиняйте. Это следовало ожидать. Угу. А, зато... Конфискат имеется. Ну, мы в самый час поспели. Мясо птицы для немецкого вермахта. Оп. Слушаюсь, господин Зайдлиц. Я волю. Кажется, я остался без куриного бульона. Это вынужденная мера. Немецкий вермахт нуждается в продовольствии. Mm-hmm. Я вас жду, господин Забара. Ровно через 10 минут. У моей машины. Господин штандартенфюрер, в доме этой бабы никого не нашли.
Возьмите заложников. Это очень действенная мера. Если нам не выдадут русского диверсанта, мы расстреляем их. 10 человек хватит. 15. Это будет более убедительно. Слушаюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А ну пошли! Не задерживайся! Давай, давай! 12, 13, 13, 13. Вебер. Да, господин штандартенфюрер. Предупредите фройлен Ингу, что я задерживаюсь. Она в моей машине на той стороне улицы. Но фройлен Инга уехала. Уехала? Уже часа полтора назад. А ну, пошла! Вперед! Мама! Останови. Что здесь произошло, ефрейтор? Совершено нападение на солдат из зацепления. Господин оберштурмбанфюрер, один убит, другой тяжело ранен. Как их фамилии? Шрёдер Ганс и Фейнхальд Курт. У Курта тяжелое ранение в грудь. А почему же вы? Не задавайте лишних вопросов. Мне приказано помочь вам. Мне нужна связь с центром. Это я вам обеспечу. Как вы планируете взорвать склад? Прорваться с боем и взорвать. Тупо, но эффективно. Что сейчас делает машина штандартенфюрера? Видите ли, господин Зайдлиц, медицинские вопросы господина Хаука и его дамы фройлен Инги – это настолько щекотливая тема, что… А впрочем, вы можете спросить у него сами. Пожалуй, я заеду к вам в другой раз. Как вам будет угодно. Трибуналом грозит. А я тебя предупреждал, Криша. Через 3 дня, по данным разведки, немцы начнут масштабное наступление по всему фронту. А наши войска еще не успели передислоцироваться. Так что, если немец ударит, а он ударит обязательно, мало нам не покажется. Разрешите, товарищ майор. Вот что у фимцев. Передай доктору. Посылку доставить во что бы то ни стало. Господин штандартенфюрер, раненый в оцеплении унтер Фейнхальскурт пришел в сознание. Тетя Мария, не выдержит она там. Помогите, она же хворая. А чем это я могу помочь? Тетя Мария, я вчера утром, когда за водой ходила, я видела, как Леха и еще кто-то раненого к вам несли. А потом фельдшер к вам приехал. Вот я и подумала, что... Ты чего пришла? Для своего огрызка Ивана вынюхиваешь? Нет. Нет, что вы, тетушка. Наврала я о нем. Я Лешеньку нашего люблю. Да без памятства люблю. Ну, хотите, я на икону покрещусь. Мне бы про мамку мою узнать. Может, ваш фельдшер чем-то поможет. Он же лечит их, немцев. Yeah.
Мне с тобой нужно ехать. Тебя он слушать не станет. Спасибо, тетушка. Под воду у своего Ивана попроси. Не мой он, тетушка. Не мой, я же говорю. А ты сделай вид, что твой. Глядишь, и под воду даст. Не убудет тебя, коли мать спасти хочешь. Прошу. Оставьте нас одних, пожалуйста. Вы тоже, Зайдлиц. Слушаюсь. Как вы себя чувствуете, Курт? Вы слышите меня? Вы можете говорить? Я могу. Конечно. Кто в вас стрелял? Партизаны. Скажите, нам важно это знать. Фройлин Инга. Вы не ошиблись? Нет, господин штандартенфюрер. В багажнике машины Фройлин везла русского диверсанта. Выздоравливайте, Курт. Спасибо. На вышке у них два пулемета, а на КПП снаружи двое фрицев. Внутри за оградой тоже есть. Сколько точно сосчитать не удалось. Это авантюра? У вас осталось-то ровно сутки. Это не обсуждается. Река на входе заминирована, конечно. Да нет, вроде. Мы видели, как катер баржу тащил. На ней немцы харчи из сел в порт свозят. А ну давай вперед, волчье мясо! Вперед! Давай, не боись! Слезайте, приехали. Только поскорей, я управу и обратно. Катерин, тебе, может, какой подарочек справить? Скажи, что желаешь? Не надо, обойдусь. Ой, какие мы гордые! Подожди меня здесь. Что у вас, Люсенька? Там к вам женщина из села Кулики. Говорит, вы ее знаете. Мария назвалась. Угу. Так, ну скажите ей, чтобы она подождала минутку. Хорошо. Так, юноша, выйдите через эту дверь, спуститесь на первый этаж, там в конце коридора выход. Встречаемся у поваленного дерева. На проселке часов 6. Постарайтесь раздобыть подводу. Взрывчатку из тайника загрузите. Понял. Хорошо, Иван. Мы сейчас приедем туда. Подключи полицейских. Слушаюсь, герр Зайдлиц. Будет исполнено.
Лёшенька. Лёшенька. Катя. Лёшенька. 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 Ах ты полудурок чёртов. Я мамку приехала выручать. Немцы её в заложники взяли. Вот мы с тёткой Марией кинулись к доктору. Вдруг он поможет. Яков, хорош жрать. Взял винтовку за мной. Быстро. А? Иван! Ты куда? А подвода где? Там что же мы домой поедем. Стреляй, это партизан! Нет! Нет! Ай! Лёшенька! Катя! Лёшенька! Катенька, уходи, уходи! Катенька! Лёшенька! Уходим! Лёша, Лёшенька, беги, пожалуйста! Бери! Бери! Много заложников взяли. Много, Лёшенька. Ой, как много. Стойте! Вот здесь я увидел. Зайдлиц. Герр Зайдлиц. Подождите. Подождите. По одному. Идите первым, доктор. Куда это вы так торопитесь, доктор? Наверное, я опять за травами к вашей стахаке. Боюсь, она не сможет вам помочь. Ее только что пристрелили. У нас ранены. Господин доктор. Спасибо, герр Зайдлиц. Не соизволите выполнить свой врачебный долг. Пистолет, иначе я убью этого идиота! Пожалуйста, отпусти меня! Пожалуйста! Ну что ты так нервничаешь? А? Никто убивать тебя не собирается. Какая охрана на причале? А батя мой что, молчал, как всегда? Ты говори, как есть, чего уж там. Расстреляли его, Лёшенька. В центр. Посылку доставим сегодня. Господи, неужели детей не пощадят? Ой, молись, дочка. Ладно. Заряжай. Целься. Фуэр! Огонь! Огонь!
Передача окончена. Хорошо. Немцы взяли заложников в селе. Я знаю. Может, сообщить в центр? Не нужно. Заложники уже расстреляны. Передайте Кайсенову. На склад поданы составы. Завтра начнут отправлять топливо войска. Хорошо. Вам надо переходить на нелегальное положение. Из центра пришлют нового человека. А как же вы? Гаук получил назначение в Берлин. Ну что ж, счастливого вам пути. Если у Кайсенова все получится, Гаука отправят на Восточный фронт. Это в лучшем случае. Прощайте, доктор. Прощайте, госпожа Крумич. Угу. Кто такие? Свои, сын, свои. Покойничков своих везем из города. Ага. Заложников. Взрывчатку все забрали? Не, осталось еще. Хорошо. А что, морозюк такой мрачный? Немцы у него жену расстреляли. И сына. Недавно только родился. Слушай, Касым, тут такое дело. Мне в село надо. Я туда и обратно, мигом. Катерине своей два только словечка скажу. Иди. Ага. Догонишь нас. Ага. Ждать не будем. Я понял. Бондаренко, возьми. Я быстро! Крепись, Батар. Поехали. На! На! Вот. Проститься пришел. Как? Проститься? Почему проститься? Задание. У нас, Катерина, серьезное. Повидать тебя захотел.
уйти. Пожалуйста. Чует мое сердце, сгинешь, не ходи. Не сгину. Везучий я, Кэт. Виновата перед тобой. Ты о чем, Кэт? Знаю, ненавидеть меня будешь. Да что случилось-то, Кэт? Иван. Если вдруг ребенок будет, мой будет. Шмидт опять Вагнера слушает. Надоел он со своим Вагнером. Каждую ночь одно и то же. А мне нравится. Это полет Валькирии или марш ведьм. Мы в Берлинской консерватории исполняли его. А по мне и война дерьмо, и музыка дерьмо. Пойду отолью. Только смотри, если он выстрелит. Не выстрелит. Держи. Можно эту дрянь выключить? Мне ночью еще обоз принимать. Дайте поспать. Не может быть. Я, кажется, пропустил приказ фюрера о назначении этого остолопа нашим начальником. Ну что, отлил? Тревога. Идиоты. Баржу надо подогнать на склад к 6 утра. Mm-hmm. Времени осталось совсем немного. Стоять! Касым. Ну все, загружаем на баржу. Ага. Давай. Мы же не вернемся. Ага. Этого никто не знает. Ну что, понесли? Идут вовремя. Хочешь тушенку?
Надоела эта дрянь. Я хочу нормального мяса. Сейчас Лунд причалит, попросим, он не откажет. Они вошли в зону. Почему не сигналят? Может, лампа перегорела? Возьми на всякий случай катер на прицел. Катер на прицеле. Баржа, я пост номер один. Требую немедленной идентификации. Баржа, я пост номер один. Требую немедленной идентификации. Ты записал сигнал? Забыл. Так вспоминай легче, тебе дери! За каким хреном тебя посылали? Сатану же сейчас по нам! Один короткий, два длинных, два коротких. Огонь по моей команде. Есть. Вспоминай давай! Расстреляют же нас, как куропаток на подходе! Два коротких, три длинных! Два коротких, один длинный! Отставить своим. Перепились они там, что ли, идиоты? Бондаренко! Какая скорость? Пять узлов! Разгоняй на полную! Да ты шо, поймут! Это уже их проблемы! Мы уходим! Понял! Полная! Насмахайте! Что они делают? Чист, Гаупман! Стреляй, Гаупман! Стреляй! Боя! А теперь влево! Влево давай! Да, страна дерьмо. А рассветы здесь красивые. Тебе нужнее. Береги себя, Леха. Что, командир? Команды?
дүниеде жалғыз қалған адам, адамнан өлгені, қапашылықтың бәрі соның басында, дүниеде бар жаман да көпте.